充满表情的双臂、柔顺身躯以及缓慢流动且富含情绪的风格，俄罗斯第一天鹅伊莲娜·戈勒尼高娃再度抵台公演。圣彼得堡芭蕾舞团皇冠上的珍珠的现任首席女伶伊莲娜，除了天鹅湖，更首度在台演出芭蕾史上难度最高的舞姬。此舞码在台湾罕见有全本演出，它巧妙融合印度舞与西方芭蕾舞，是舞者的炫技时刻。独特的东方色彩，复杂的情绪转折，更是伊莲娜本人最喜欢的芭蕾舞码。Должно совпасть очень много. Вот всегда мне задают вопрос сейчас по поводу моей дочки. Отдам ли я ее в балет и будет ли из нее что-то? И мне очень всегда сложно ответить, потому что вот как понять в маленьком возрасте, получится что-то из ребенка или нет, это очень сложно. То есть должно совпасть помимо физических данных, характер, твоя наполненность внутренняя. И, конечно, удача. 拍摄当天正是伊莲娜在台公演第一天的下午，身心庞大压力下，她仍细心且耐心地接受访谈。2001年就成为首席舞者的伊莲娜，尤其以在《天鹅湖》中完美诠释黑白天鹅、邪恶与纯真各自迥异的性格，赢得广泛好评。Arms, feet, fingers, body. Every day I start over again.Warming up before my performance. I have to control myself, otherwise my body won't behave. Для меня это очень сложный вопрос. Часто читаю, что другие артистки говорят, что да нет, мы все едим подряд и все сгорает. Есть в нашем искусстве, наверное, 1%, кто все время вынужден следить за тем, что ест. Наверное, вот к этому проценту отношусь я. 伊莲娜与圣彼得堡芭蕾舞团除台北以外，也首度巡演台中国家歌剧院，搭配交响乐团现场演出，为台湾观众展现国际级的古典芭蕾飨宴。记者张明、陈荣宗、方俊怀采访报道。